Всем доброго дня! Мое имя Худушина Татьяна. Я являюсь руководителем и собственником медицинского центра клиника номер 1 в городе Йошкар-Ола. И сейчас я с удовольствием поделюсь с вами результатами использования ЕДС в деятельности нашего медицинского центра за полтора года. И поверьте, результаты у нас очень интересные. Как предприниматель, я понимаю, что сейчас все клиенты находятся в своих мобильных телефонах, поэтому для клиники номер 1 было очень важно иметь мобильное приложение. И свой выбор мы сделали в пользу мобильного приложения-агрегатора UDS. Тем самым мы сэкономили более 1 000 000 рублей. Второй задачей для собственного бизнеса я ставила отказ от скидочных пластиковых карт в пользу бонусной программы. И это также мы реализовали с помощью UDS. Благодаря переходу на бонусную программу процент скидки от оборота сократился с 10% при прямых скидках до 6% при использовании ЕДС. Поверьте, 4% экономии от оборота – это очень значительная сумма. Третья задача, которую удалось реализовать с помощью ЕДС – это оценка качества обслуживания. В режиме реального времени маркетолог видит, какие оценки нам ставят пациенты. И поверьте, это не всегда пятерки. Когда люди ставят 4, 3, 2 и даже 1 звезду, всегда перезваниваем и спрашиваем, что было не так, что нам необходимо исправить, чтобы в следующий раз вы нам поставили пятерку. Таким образом, мы постоянно совершенствуемся. Четвертая задача была – это сокращение рекламного бюджета. Ранее на рекламу мы тратили около 150 тысяч в месяц, сейчас затраты на рекламу сократились до 80 тысяч. Благодаря источникам трафика, которые существуют в UDS, мы видим, какие источники рекламы работают эффективно и куда следует направлять свои усилия и финансы, а какая реклама не доказала своей эффективности. Ну и, конечно же, пятое. Это CRM-система, которая также входит в лицензию UDS. У нас в базе оцифровано уже более 20 тысяч пациентов, и это определенно радует. Более 20% из них – это постоянные, которые совершили 3 и более покупок. И что хочется отметить, что доход от постоянных клиентов составляет 50% от общей выручки. Пятое. Мы отказались полностью от смс-рассылок, поскольку это дорого и неэффективно, люди смс-ки уже не читают. Благодаря UDS один или два раза в неделю мы по всей своей клиентской базе отправляем красивые и эффективные пуш-уведомления, которые показывают свой результат. Экономический профит от использования UDS за полтора года составил 5 285 тысяч рублей. При затратах на приобретение и внедрение UDS 136 тысяч рублей. Таким образом, затраты окупились, начиная со второго месяца. И самое главное, что UDS эффективен не только для меня как предпринимателя, но UDS полюбили и все наши пациенты. Поэтому, если вы идете через заботу к своим клиентам, то обязательно внедряйте в своем бизнесе систему лояльности.